Здравствуйте, с вами корреспонденты Чедограда. Сегодня мы вам покажем новости. Передаю слово своей коллеге. Добрый вечер. Совсем недавно в Чедограде прошли 5-й выбор мэра. Это было самое крутое событие Чедограда. Я была в выборе мэра, а потом у меня немножко было голосов, а у Сабины было больше. Поэтому стала мэром, а я стала министром, а все стали депутатами. Здравствуйте. Давайте поближе познакомимся с новым 5-м мэром. Всем здравствуйте. Я мэр Чедограда, и я уже на посту стою целый месяц. Это очень забавно, когда ты мэр, с тобой все здороваются, и ты чувствуешь себя так, как президент России. Я всех подряд брала, чтобы за меня голосовали. Но я хотела стать мэром, но не каждый, конечно, может стать мэром, но я стала хоть бы министром. Да, я очень рада, что я стала министром. Я постараюсь сделать город Чедоград намного лучше. Я могу придумать новые профессии, новые правила Чедограда, чтобы изменить его в лучшую сторону. И полиция, чтобы этот хорошо работала, покладая руки, чтобы никто не нарушал правила. И чтобы всем было весело. Ну, министр – это почетная работа. Я хочу стать министром, потому что министры, ну, они веселые, смешные, их все знают. Я хочу быть министром, потому что они получают высокую зарплату. Я бы как министр хотела бы поставить больше достопримечательностей в городе. Мне все нравится в Чедограде, я ничего не хочу менять. Я буду врачом и буду лечить людей. Всем привет, меня зовут Эмилия. И я не хочу стать министром, потому что там слишком много обязанностей. Потому что хочу получать большую зарплату. Меня зовут Элина. Я не хочу стать министром, потому что не хочу выделяться. Советую нынешнему мэру изменить, что у полиции, когда полиция ловит, забирали по 5 червонцев, а не по 10. Я бы как министр открыла зоопарк в Чедограде. Всем привет, меня зовут Искандер, и мэром я не хочу стать, потому что, это, наверное, неинтересно. Меня зовут Слава, мне все нравится. Наш мэр молодец. Меня зовут Ханова Софья. Я не хочу быть мэром в Чедограде, потому что с самого детства я хотела быть врачом. Я хочу поработать парикмахером, чтобы все жители были красивы. С вами были новости из Чедограда. Скоро увидимся.